keine Gefahr. Ugh!
Теперь я был вынужден импровизировать. Никто из разведывательного подразделения не сказал мне, что Швайгер наш друг. Он мог мне помочь, нужно было обязательно его отыскать. Была лишь одна проблема. Берлин больше не был городом призраков. Русские прорвали оборону немцев, и сейчас их бронетехника направлялась к месту заточения Швайгера. Фрицы окопались на музейном острове. Я был бы рад дать им там сгинуть, но мне нужно было выиграть время, а значит, я должен был помочь им затормозить русских. Мой план был очень дерзким. Взорвать мост выстрелом с крыши музея и остановить продвижение танков. Затем, пока Ганс и Иваны будут рвать друг друга, я смогу проскользнуть в город и добраться до Швайгера. Thank you.
Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы его на грузовике отправили в Принцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Покажи, снайпер! Он где-то здесь! Ищите лучше! Смотрите в оба! Найдите его! Опасность миновала! Thank you.
Скоро к нам прибудет подкрепление. А потом мы возьмем Рейхстаг. Мы нашли тело. Найдите его. Он где-то Винтовка Мусина образца 1891 года. Красавица. Русские определенно умеют делать снайперские винтовки.